Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в Затоке, это украинский курорт. Вот. И благодаря тому, что не успели сделать заграничный паспорт моему сыну Кириллу, мы оказались здесь, вот в этом замечательном месте. Мы живем в отеле Пальмира, неплохой отель, до моря. Вот. Видите сами сколько, 100 метров. Номер, двухместная кровать, 800 гривен в сутки. Мы в Затоке, короче. Мы в Затоке, курорт украинский. Чик-чик-чик. Сегодня 23 июля 2020 года, и мы уже покидаем Затоку, едем в Киев, потому что завтра в 9 утра у меня самолет в Познань. Я возвращаюсь на работу.